Обращаю внимание ваше. Уважаемый ЖЭК, бесполезно к вам обращаться. Прожекторная 1. Льет, просто льет вода. Напрочь льет. Это 9 этаж. Сейчас я не буду подставлять тазики. Завтра это будет на 8-м, на 7-м этаже. Это просто ужасное состояние вообще. Просто квартиры. А мне рассказывают, что якобы не платится за квартиру. Причем здесь это? Хозяева, может быть, здесь, не здесь. Но на 7-м, на 8-м этаже зальет людей. Как вы не понимаете? Сколько можно вообще об этом говорить?